обладательница шикарного голоса, красива, талантлива, удачлива, любимая певица Путина. Долгое время молва даже причисляла ее к любовницам президента. Надо сказать, что президент активно давал повод для таких предположений. Он называл ее одной из самых ярких звезд мировой оперной сцены, посещал спектакли и лично вручал награды. Во время президентских выборов Анна была доверенным лицом кандидата в президенты Путина. Анна родом с Кубанского края. Она потомственная казачка. Родилась в семье инженера-геолога Юрия Николаевича и инженера-связиста Ларисы Ивановны Нетребко. Есть старшая сестра Наталья. Дизайнер одежды, живет в Дании. В Краснодаре прошло ее детство. Петь начала еще в детском саду. В школьные годы была солисткой ансамбля «Кубанская пионерия». Кроме того, занималась спортом, является кандидатом в мастера спорта по акробатике и имеет разряды по легкой атлетике. В 1988 году Анна принимала участие в конкурсе красоты, где была удостоена титула «Вице-мисс Кубань» и получила приз зрительских симпатий. Но музыка не была ее основным занятием. Она мечтала стать хирургом, позже художником, в школьные годы даже пробовала себя в писательской деятельности. Но после окончания школы без труда поступила в музыкальную школу, для чего приехала в Ленинград. Вокальное отделение музыкального училища имени Римского-Корсакова. 2 года спустя, не окончив училище, поступила на вокальный факультет Ленинградской консерватории Прима Мариинского театра. С 1994 года она начала активно гастролировать. Выступление в Америке в буквальном смысле стало триумфальным. В 2006 году она принимает решение переехать на постоянное место жительства в Австрию, получает гражданство этой страны, но сохраняет российское. В 2012 году певица стала доверенным лицом Путина во время предвыборной кампании. Она открывала зимнюю Олимпиаду 2014 года в Сочи исполнением гимна Российской Федерации. Журнал Forbes включил певицу в топ-10 мировых деятелей искусства. Ее доходы составляют около 4 миллионов долларов в год. За одно выступление она получает от 50 тысяч долларов. Первая серьезная влюбленность с Николаем Зубковским. Правда, продлилась она несколько лет. Затем пара рассталась. Больше 5 лет Анна состояла в отношениях с Симоной Альбергини. Союз существовал на расстоянии. Встречи были редкими ввиду занятости обоих партнеров. В 2007 году она поведала миру, что влюблена в уругвайского бас-баритона Эрвина Шротта. Помолвка состоялась в Нью-Йорке. В 2008 году у них родился первенец Тьяго Агуа. К сожалению, у мальчика обнаружили аутизм. Брак Анны с уругвайским баритоном продлился с 2008 по 2013 год. В 2013 году они объявили о разрыве. С Анной остался сын Тьяго Аруа. Через 2 года пресса сообщила о романе певицы с тенором из Азербайджана Юсифом Айвазовым. В 2014 году он сделал певице предложение, а через год влюбленные поженились в Вене. Супруги проживают преимущественно в Австрии и Нью-Йорке, но при этом гастролируют по всему миру с выступлениями. Сегодня сын Анны Тьяго увлекается игрой на гитаре и пением.
Опера – это потрясающее искусство, хотя бы потому, что это живое искусство, и никакой самый мощный компьютер, никакие стереоустановки никогда не заменят звука живого человеческого голоса или оркестра. Я не могу пожертвовать ни своей личной жизнью для профессии, ни профессией ради личной жизни. Эти две вещи, которые для меня очень важны, и я не могла бы существовать, действовать или быть счастливой без одной из них.